Началось где-то часов 8, и мы тогда гуляли в Москве. Я хочу, чтобы я был.
ушиблась? Я не хотел. Джентльмен! Не бойся меня, пожалуйста. Я хороший человек. Ты Гуля? А я Меркурий. Ты родилась в 1984 году? Беременная? Все верно. Слышь, Гуль, ты не поверишь. Именно ты должна стать матерью спасителя человечества. Я вот сейчас руку уберу, ты не будешь орать? Ну и очень хорошо. Стой же! Конец лета наступает, а спаситель так и не зачем! Надо было бы на неделю раньше телепортироваться. Тогда бы у меня был бы шанс вырубить тебя сюда. Да вы на тебя! Но зато я знаю, что первая твоя любовь закончилась печально. Знаешь, что любили учителя тебя в школе. А еще ты мечтала выйти замуж за богатого. Ты откроешь дверь? Вообще все неправда. Не любили в школе. Да если честно, ты мне вообще не нравишься. Постой. Ты правда не врешь? Эх, Гуля, Гуля. А зачем мне брать? Ну что с того дома? Письмо 3 месяца шло. А вы всего 2 ждете. Это же вам еще повезло, что не полгода. Пойду. Thank you.
Listen, it'll be okay. It'll be fine. Привет всем братьям по разуму. Душа самолет. Из Москвы летит однозначно.